85 сел затопило в центральной Мьянме. В округе Баг-го прорвало плотину. 63 тысячи человек покинули свои дома. Вода мгновенно затопила рисовые поля, а также главную автомагистраль, которая соединяла два крупнейших города в стране. По информации властей, дамбу прорвало из-за поломки водосборника. Сейчас продолжается спасательная операция, а погибших информации пока нет. Как я могу чувствовать себя, если мой дом разрушен? Мне негде жить и нечего есть. Вода затопила нашу деревню очень быстро. У нас не было времени, чтобы убежать. Невозможно увидеть все проблемы невооруженным глазом. Мы не знаем, что происходит под землей. Поэтому причина может быть там. Это невозможно предвидеть ни за день, ни за час.